Итак, в этом фокусе я буду использовать ровно 4 карты. Карты можно перевернуть по-разному. Можно перевернуть по-обычному, можно перевернуть вот таким вот образом. Но есть секретная техника переворота. Если вот так потрясти, у нас перевернется дама Буби. Если потрясти еще раз, перевернется дама Черви. Разумеется, если потрясти еще раз, перевернется дама Пик. Ну, если потрясти в последний раз, перевернется дама Крести. Ну и, разумеется, все эти 4 карты можно отдать на проверку. Привет всем, с вами, как всегда, Нейро Янг. Сегодня у нас достаточно необычный, но прикольный фокус. В нем мы будем своей силой мысли переворачивать карты в колоде. Ну, в принципе, такое себе занятие, я понимаю. Но все-таки для обычного зрителя это будет удивительно. Мы-то понимаем, что это все ловкость рук и никакой магии, но все будет происходить максимально чисто. Вы уже видели демонстрацию фокуса, что я вам рассказываю. Просто поставьте лайк на это видео, если оно вам понравилось. Ну и, разумеется, если вы здесь впервые, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, разумеется, для показа фокусов вам понадобятся качественные карты. А такие карты можно найти в магазине 54cards.ru. Там есть огромный выбор карт. Есть стандартные, есть дизайнерские. Но сейчас кризис, и все хотят себе недорогую, но при этом дизайнерскую колоду карт. Так вот, там вы точно найдете, причем несколько. Есть и Bicycle Guardians, и Bicycle House Blend, и Bicycle Archangels, и многие другие. От меня же вы получаете промокод на скидку 5% на любую вашу покупку. Ну и, разумеется, ссылочка на магазин в описании, там же и промокод. Ну а мы переходим к обучению на этот фокус. Итак, для этого фокуса я буду использовать колоду Bicycle Rider Back зеленого цвета. И вам нужно просто достать вашу колоду и взять из нее определенное количество карт. Ну, соответственно, я думаю, вы уже поняли, что нам понадобится 4 карты. Можно использовать любые дамы, тузы, короли, что угодно. Давайте здесь мы будем использовать 4 туза, просто для примера. Возьмите 4 туза из колоды или те карты, которые вам нравятся. И теперь мы просто их распределяем так, как вам больше нравится. Я всегда складываю их по цветам, то есть, допустим, 2 красных и 2 черных. С помощью этого они у вас и будут проявляться. Сначала, допустим, 2 красных, потом 2 черных, либо наоборот, 2 черных, потом 2 красных. Тут зависит от того, как вы их расположите. После этого мы начинаем показ фокуса. Мы показываем 4 карты, и нам нужно под нижнюю карту поставить мизинец. То есть над этой картой будет мизинец, и над мизинцем еще 3 карты. То есть мы просто ставим вот такой вот брейк. Сложного здесь ничего нет, я думаю, вы точно справитесь. И мы делаем тройной подъем, то есть переворачиваем 3 карты как одну. Опять же, смотрите, мы поставили брейк вот таким вот образом, то есть мы показываем 4 карты и ставим брейк именно в этот момент. Либо вы можете просто мизинцем отсчитать одну карту и все. Вы также поставите брейк, сложного здесь ничего нет. И теперь нам нужно сделать тройной подъем, то есть перевернуть 3 карты как одну, вот таким вот образом. И теперь мы вот так вот разворачиваем и вытаскиваем эту карту и переворачиваем обратно. Таким образом мы зрителю показываем, что можно перевернуть карты так, так, по-разному. Но на самом деле, после этих махинаций, 2 карты у нас будут перевернуты. Перевернули тройной подъем, развернули карту. Все, для зрителя мы просто перевернули туза в одну сторону, потом в другую. Но на самом деле у нас 2 карты теперь перевернуты. И мы делаем Emsley Count. Это очень простая техника. Опять же, у меня выходило обучение несколько раз, но сейчас я постараюсь быстренько вас ему научить. У вас вот такая вот ситуация. 2 карты перевернуты, 2 карты нормально. Мы хватаем вот таким вот образом. Здесь у нас 3 пальца и с этой стороны большой палец. И нам нужно вот таким вот хватом слиснуть одну карту. И теперь, после того, как мы слиснули вот так вот карту, нам нужно большим пальцем двинуть блок из 2 карт. Вот таким вот образом. То есть мы просто большим пальцем сдвигаем 2 карты вот так. Сдвинули. И в этот момент, вот смотрите, мы их сдвигаем, нам нужно вот эту вот карту вернуть назад, только теперь уже под низ, а перехватить при этом 2 вот эти карты, которые мы сдвинули, и просто пролистать. Таким образом мы покажем 4 карты, при этом скрывая одну из карт. И это выглядит очень офигенно. То есть смотрите еще раз. Мы вот так вот делаем небольшое движение, тряску, потому что она нам пригодится. То есть перед каждым переворотом делаем вот такую тряску.
И теперь слистываем раз, возвращаем и доделываем Emsley Count. Зритель видит туз буби, все окей. Трясем еще раз и делаем снова тот же самый Emsley Count. Из-за другого порядка теперь зритель не увидит буби, а увидит только черви. Соответственно, для зрителя уже еще один туз перевернется. Нам нужно положить его под низ после этого. То есть давайте еще раз, смотрите, потрясли, сделали Emsley Count. После этого потрясли, сделали Emsley Count. Зритель увидел два разных туза, они переворачиваются. Кладем под низ, и теперь нам нужно сделать тряску, но при этом развернуть карты вот таким вот образом. То есть, грубо говоря, мы делаем shake change. Вот так вот трясем, то есть смотрите, здесь большой, здесь средний, а указательный при тряске разворачивает, и все. Сверхсложного здесь ничего нет. То есть мы делаем ту же самую тряску, как и до этого, только с переворотом карт. И теперь смотрите, здесь у нас были красные, после этой тряски будут черные. И мы снова делаем два Emsley каунта, но здесь важный момент. После каждого Emsley каунта нам нужно вытаскивать карту, переворачивать и кидать ее наверх. Иначе трюк не получится, потому что здесь они у нас немножко в другом порядке. И все, мы делаем два Emsley каунта, переворачиваем и закрываем. После этого отдаем на проверку все 4 карты. И давайте быстренько еще раз. 4 карты. Ставим брейк вот таким вот образом. То есть переворачиваем 3 карты, тройной подъем, разворачиваем карту обратно, делаем тряску и первый Emsley Count. Появляется туз пик. После этого еще одна тряска, еще один Emsley Count, появляется туз крести. После этого кладем его под низ, делаем тряску с разворотом, делаем Emsley Count, появляется туз черви. Закрываем его обязательно вот так, тряска и последний туз. Туз буби, соответственно, вот и все, в принципе, весь фокус. Надеюсь, вы поняли это обучение, само видео вам понравилось. Если это так, не забудьте поставить лайк, ну и если вы здесь впервые, подписаться на канал. Ну а сейчас итоги предыдущего розыгрыша на колоду карт от нашего спонсора магазина 54cards.ru. Мы разыгрывали колоду Bicycle Standard, и комментарий победителя вы видите сейчас на экране. Поздравляю тебя, напиши мне в личку ВКонтакте и отправлю тебе эту колоду. Остальные не расстраиваемся, в этом видео будет также розыгрыш, также на колоду Bicycle Standard. Правила очень простые, нужно поставить лайк, написать абсолютно любой комментарий и быть подписанным на этот канал. Всем удачи, всем пока!